Обзор сладких подарков за 199 рублей из ленты. Первый набор – это яркий новогодний шар, внутри которого нас ждет 10 конфет. Если честно, ничего хорошего не ожидала от них. Но все три начинки оказались очень вкусными. Конечно, этот набор больше не для детей, а для взрослых. Но 199 рублей не жалко отдать за эти конфеты. А вот второй набор расстроил. В магазине было очень много различных вариантов граммовок этого набора, поэтому и ожидания были большие. Внутри этого подарка нас ждет 14 конфет. 2 вафельные конфеты, 2 сосульки, 1 маленькая шоколадка, 2 батончика и 6 конфет с помадкой. Я была уверена, что этот набор выиграет на фоне первого, но на вкус это не так. Если выбирать между первым набором и вторым, 100% я выберу первый. А какой набор выберешь ты?